Всем привет! Сегодня я хочу поздравить всех мам и бабушек с 8 марта и пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, счастья, любви и всего самого-самого лучшего. И сегодня я распакую свои подарки и посылку, которая мне пришла. Ну что, поехали! Вот такая посылка мне пришла. Давайте ее распакуем. Ой, что это такое? Это же ремешки такие красивые. Это капсула ручка. Так он падает вот туда, открывается. Вот такая вот капсулка с улыбкой. Открываем ручка. Смотрите, фокус. Обычная маленькая капсулка. А когда я открываю, бабам! Как он так лезет, интересно? Раз, два. Ручка. И еще что-то. Сколько тут же подарков. Мне родители 8 марта сказали часы. И вот они пришли. Давайте мы с вами достанем их. Вот они часы. Из этого пакетика достали. Вот они какие красивенькие. Вот такие два прикольных ластика мне подарил продавец часов. Так, давайте вот это все отодвинем. И еще мне подарили сегодня целую кучу лол. Раз, два, три, четыре, пять. Целых 5 лолов. Давайте приступим открывать. Сначала хочу вот такую вот взять коробочку. Вот она какая, у меня большая сестра. Так, вот я делаю, вот она, голова у девочки подвижная, тело крутится, голова мягкая. Ну, давайте, одежда у нас осталась в самой капсуле. О, у меня сюрприз. Давайте вот этот пакетик красивый откроем. Попались вот такие красивые очки. Открываем следующий пакетик. Так, вот такая девочка. Давайте оденем следующий. Точнее, откроем следующий. Я хочу вот тут взять. Новой куколке положит вот такой костюмчик красивый. И еще одни очки, только ярко. Наверное, куколка будет, мне кажется, интересная. Так. О, она
красивый. Девочка. Откроем следующий. Вот я распаковала все капсулы. С какой же мне начать? Желтой, с голубенькой или с черной? Начну-ка я, наверное, с капсулы вот этой. О, нет. Везет опять на распашу. Вот такой костюмчик. Сейчас я хочу открыть с капсулы вот эти вот штучки. Вот такая вот девочка-красавица. Давайте ее оденем. Вот она, красотка наша. Какой же мне нравится? Черный. Такая малышка не повторяет. Такой костюмчик. Так. Какой приятный цвет. Ой, другой нарядик. Точно такой же, красный. Вот она, красавица наша. И последняя капсулка. Вот, я одела куколки, голову. Давайте ее сейчас оденем. Так, давайте откроем. Пакетик. Вот, очки. Такие куколки мне сегодня попались. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!